Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня у нас прямой эфир со мной, значит, будет дизайн. Дизайн, так как у нас конец мая, сейчас не жарко и не холодно, самый идеальный момент, когда мы выходим замуж и женимся. У вас вчера был уже прямой эфир по этой теме, сегодня я хотела показать тоже свадебную тему, но абстракции. Вот. Очень редко, когда рассматривают вот этот тип дизайна именно в контексте свадьбы. Да, в основном это либо однотонное покрытие, французское покрытие, да, либо какая-то цветочная тема. Сегодня я вам хотела предложить посмотреть на мраморные, например, те же разводы, да, это относится к абстракции, как это можно прочитать через тему свадебного маникюра. Вот. Прежде чем начать делать дизайн, сейчас я вам покажу, какие варианты я хотела вам предложить. Я вам хотела предложить попробовать сделать вариант разводов, вот такую компоновку, и вариант разводов, когда вот такая композиция. Прежде чем мы с вами перейдем к дизайну, хочу напомнить о том, какие у нас есть цвета свадебные, оттенки, которые идеально подойдут для свадебного маникюра, потому что не все, да, невесты хотят делать дизайн. Сейчас, если делать не дизайн, но маникюр на свадьбу, раньше это был французский маникюр, то сейчас, последние годы, почему-то это однотонное покрытие. Вот у кого так, что сейчас очень много невест в основном выбирают, если маникюр без дизайна, то это обязательно от кутикулы до свободного края будет какое-то покрытие. Хотя французский маникюр сейчас делают, вот, но его немножко по-другому делают. Итак, какие цвета хотела я вам напомнить у нас есть? Ну, во-первых, есть очень красивый лавандовый свадебный цвет. Почему он свадебный? Потому что он не плотный. Здесь этот цвет, я его делала полупрозрачным. И при желании можно нанести в два слоя, будет выглядеть как эмаль. Но, кстати, все равно будет не так ярко выглядеть. Вот, а можно нанести максимально в два тонких слоя, и будет такая, знаете, легкая все равно дымка, не будет такой эмалевой четкости, когда вот если мы возьмем лаванду в эмали, и когда лаванда, вот видите, в такой средней плотности, здесь очень элегантный блесток, такой еле-еле такой вот заметный, он голубовато-лавандовый этот блесточек. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что если клиент просит однотонное покрытие, обратите внимание на эмали, которые средней плотности. И вот такой оттенок, это 155. Понятно, что самый ходовой цвет очень часто мастера маникюра и клиенты выбирают. Покройте мне просто белым, да? Там не французский маникюр, а просто однотонное белое покрытие белым гель-лаком. Вот. Ну и я предлагаю рассмотреть вариант очень красивого белого оттенка, тоже средней плотности, и там легкий такой тоже серебряный шиммер присутствует, причем этот шиммер, он, знаете, как не то что блестит, он как крошка лежит и дает очень красивый эффект. Поэтому если, например, клиент попросил белое покрытие либо молочное, да, очень часто просто от кутикулы до свободного края просят сделать такое однотонное покрытие, я вам предлагаю заменить на 148 цвет гель-лака. Смотрите, он молочный, средней плотности, и у него не ярко выраженные такие крупицы, они не сильно, кстати, блестят и создают очень красивый эффект. Покрытие получается, знаете, не скучное, а интересное, и при этом оно не яркое. Оно элегантное, и в контексте свадьбы будет отлично. Это номер 148. Поэтому я вам предлагаю вместо обычных молочных оттенков и белого взять номер 148. Так, какой еще цвет? Номер 155 мы с вами попробовали. Если, например, клиент хочет какие-то истории эмалевые, да, все-таки. У нас есть очень красивый нейтральный оттенок, это номер 003, вот, кто забыл, это один из самых популярных пастельных цветов, и его очень часто выбирают невесты. Почему? Потому что он и не бежевый, он и не персиковый, и он и не розовый, понимаете, это такой собирательный колер, что-то среднее между всеми этими подтонами, это вот такой пинк-крем.
Вот, действительно, кремовый оттенок очень классно смотрится, если невеста, например, захотела просто однотонное покрытие, да? Просто однотонное покрытие. Дальше есть очень красивый оттенок номер 2. Это такой розовый оттенок, потому что есть невесты, которые, во-первых, и выходят в розовых оттенках часто замуж, правильно? Ну и, соответственно, предпочитают делать розовый маникюр. Это очень красивый, средней плотности цвет. Смотрите, он классно подойдет как для французского маникюра, это номер 002, и так для однотонного покрытия. Ну, понятно, что в два слоя это будет такая эмалевая история, розовый цвет ногтя. Вот, а можно использовать именно для французского маникюра. Вот, имейте в виду, это номер 002. Это прям такой, знаете, классический цвет для французского маникюра. Ну, как правило, маникюр сейчас рисуют в основном все после. Да, сначала делают цвет ложа, ну, красивый цвет ложа, а потом уже рисуют французский маникюр. Также модный вариант для французского маникюра — взять не вот такой полупрозрачный оттенок, а взять, сейчас я вам скажу, вот, 44-й цвет. Это вот сейчас любят такие французские маникюры. Я, честно, такого французского маникюра не очень понимаю. Но вот девочки приносят картинки с Pinterest, с Инстаграма. И чем хорош вот этот 44-й цвет, он как раз для этого тренда на французский маникюр идеально подходит. Как они делают? Они от кутикулы до свободного края. Так, тут у меня. Покрываем однотонное классическое покрытие. Вот. И желательно, чтобы оно было розовое. Потом берут уже там кисточку для французского маникюра или там чем рисуют. И делают уже потом французское покрытие. Так, напомню, что у нас сегодня с вами тема дизайн свадебный, так же, как и вчера, только сегодня мы с вами делаем абстракции. Мы сегодня делаем с вами абстрактные варианты. Вот, потому что цветочные у вас были вчера. Так, как я вам и сказала, для французского маникюра идеально подходит. Кого, кстати, просят такой французский маникюр? Я не очень такой люблю французский маникюр. Я считаю, что французский маникюр должен быть с полупрозрачным ложем, да, чтобы какой-то либо эффект камуфляжа был, либо как вот мы сейчас стопы выпустили. Такие они молочные, с прозрачным эффектом. Вот, ну, сейчас вот такой моден французский маникюр. И вот для свадьбы, если все-таки просят, и чтобы это было все-таки модно, да, вот предлагаю обратить внимание именно на 44-й гель-лак. У него идеальный вот этот розовый для вот этого французского маникюра. Вот номер 44. Сколько лет продается этот гель-лак? Он сам по себе очень популярен и для французского маникюра, и для свадебного покрытия. Вот. Очень хороший. Вот он, знаете, не теплый, не персиковый, вот прям белизны нужно. Вот все то, что нужно, прям то, что доктор прописал. Так, какие еще оттенки? Номер 152. В два слоя нанесете, будет эмаль с легким шиммером. В один слой нанесете максимально тонкий, да, будет такой вот с легкой прозрачновинкой. Красивый персиковый оттенок, который отливает таким серебристо-золотистым благородным цветом. Поэтому, опять же, для свадебного однотонного покрытия, а они сейчас реально все просят не французский маникюр на свадьбу, а однотонное покрытие. Вот, номер 152.
Дальше, какой еще у нас есть классный? Номер 151. Он без блёст, с блестками, да, только цвет камуфляжа, тоже такой средней плотности, но он прям прозрачный, скажем так, по сравнению с тем. Он и в два слоя будет очень красивую дымку создавать. И здесь шиммер чуть покрупнее, и шиммер такой вот прям золотистый. Хотя на камере вы сейчас видите его каким-то серебряным. Вот 151 это один из самых ходовых цветов вообще, в принципе, и на свадьбу то же самое. Номер 151. Так, ну, конечно, номер 250. Это у нас есть серия гель-лаков, по мотивам которых выпустили цветные топы, кто помнит. Вот, ну, это прям классический такой персиково-молочный оттенок, полупрозрачный, идеальный для маникюра французского и просто для однотонного покрытия. Вот для свадьбы тоже идеальный цвет. Еще в два слоя, если нанесете, будет прям вообще и не ярко, вот, и в то же время элегантно. Так, ну я думаю, что достаточно показывать вам оттенки, какие могли бы быть для свадебного маникюра. Давайте я вам сейчас вот так вот положу. Видите, сколько цветов. И все это очень хорошо будет сочетаться с французским маникюром. И это все будет классно сочетаться просто в однотонном покрытии. Имеет место быть. Вот сколько всего, смотрите. Кто пропустил, обязательно посмотрите начало, где я прям показываю номера всех гель-лаков. Гель-лаков для свадебного маникюра, их чуть больше у нас есть. Я в следующую пятницу еще допоказываю номера, прям выкрашу обязательно. Так, ну давайте перейдем к дизайну. Для дизайна как раз можно взять вот что-нибудь с лавандочкой связано. Вот, и я еще, знаете, так хитро делаю, чтобы ложа была непрозрачная. Сейчас себе здесь сделаю вот такой эффект ложа. Так. Потому что у нас один дизайн просто прозрачный будет. И дизайн будет идти от кутикулы до свободного края. А в одном варианте я хочу, чтобы дизайн этот был с пустым ложем. Вот. И просто, чтобы сымитировать ноготь натуральный, я себе здесь вот так вот сделаю подложку. Ну, так будет просто понятнее. Чтобы цвет ложа остался нетронут. Это будет камуфляж, возможно, у вас, да, там, не знаю, акригель, гель-лак. Жесткий гель, вот, а свободный край прям прозрачный делаете, не знаю, очень классно получается. Здесь смотрите, матовый и глянцевый вариант, вот вам какой больше нравится. Я показывала сегодня и матовый, и глянцевый, вот мне больше глянцевый понравился. Сначала здесь нужно сделать стемпинг, вот обязательно не пропустить, что сначала делается стемпинг, а потом уже, вернее, да, а потом уже разводы все делаются. Ну, такой вот эффект мы сымитировали, чтобы вам было более понятно. Вот, а кончик прям рекомендую поднарастить. Все-таки свадебный маникюр. Те, кто никогда не решали сделать наращивание, поверьте мне, они вот именно на свадьбу один раз в жизни, но наращивают ногти. Поэтому обязательно уговаривайте сделать наращивание хотя бы для свадьбы. И уговорите сделать именно прозрачный кончик. Тогда дизайны свадебные, они получаются, ну, очень классные. Такие прям вот нежные, такие прям вот... Какие-то они воздушные, легкие. Они на фото и видео потом намного лучше смотрятся. Вот, поэтому уговаривайте невесту покрыть не просто ногти красивым каким-то гель-лаком, да, а чтобы она обязательно кончик поднарастила. Так, я вам предлагаю взять вот такую пластину. Это пластина «Осень-зима» Флора. И здесь есть очень классный паттерн. Скелет листа. Я его люблю очень в абстракциях использовать. И вот здесь вот для свадебных абстракций очень круто заходит. Так, так.
приготовили. Берем кусочек скотча. Ноготь это было. Там все равно у нас абстракция потом пойдет. Вот, ну хочется, чтобы вот кончик был вот такой. Часть кончика. Так, сделали. Теперь нам понадобится гель-лак. И вот вы берете на выбор любые оттенки. Понятно, они должны быть какие-то светлые, нежные. Вот я решила взять 155-й. И просто белый, например. Отличное сочетание. Либо можно взять розовый и белый. Бежевый и белый. В общем, какой-то оттенок эмали вы берете и к нему добавляете белый цвет. Потому что разводы, ну какие там, там много разводов свадебных не сделаешь. Это все должно быть светленькое, нежненькое. Поэтому я и предлагаю делать на прозрачном кончике. Так, ну кто часто смотрит мои эфиры, если я показываю абстракции, да, в технике каких-то мраморных разводов, то, конечно же, у меня всегда идет колер каждый, сколько бы колеров я не использовала в мраморных разводах, у меня всегда идет база и эмали-лак, и каждый цвет смешиваю с базой и эмали-лак. Тогда разводы мрамора получаются прям очень красивые. Для этого не нужно брать какие-то специальные гель-лаки, потому что очень часто, конечно, продаются специальные гель-лаки для разводов. А, вот, ну я не вижу смысла для этого держать в ассортименте специальный гель-лак. Поэтому мы берем то, что у нас есть в обиходе на каждый день, это вот топ-слайдер. Наносим его тонкий слой. И как раз по нему очень все хорошо начинает течь, смешанное с базой эмали-лак. Вот, нанесли. Берете кисточку, берете кисточку четверку. Верно. И можно вот специально, например, белый пустить поверху. А лавандовый, чтобы попадал вниз. Вот, и оно может быть вот такое вот асимметричное. Можно где-то прям сильнее добавить. И даете ему там 1-2 минутки подтечь. Хочется вот прям не что-то еще белого, прям чтобы он контрастнее был. Ну, добавьте еще. Именно тот, с которой смешанный. Он тогда классно течет. Подождали. Давайте подсушим. И мне вот нравится в конце добавлять вот такую веточку. Вообще, вот кто рисовать не умеет, да, у кого, чтобы это не бревно получилось, а все-таки такая веточка, найдите какой-нибудь рисунок в стемпинге, где есть вот эти веткообразные листика веточки. И вот здесь вот как раз на этой же самой пластине есть вот такой паттерн. Я вам предлагаю делать технологию, когда мы совмещаем, когда мы рисуем вроде как эти веточки, да, сейчас мы их будем рисовать, но уже по подготовленной поверхности. Ну, уже по подготовленной поверхности. Поэтому что мы возьмем? Мы сейчас, во-первых, теклосом покроем, да, чтобы мне удобно было отпечатывать и рисовать веточку. Сушим.
Снова берем лак для стемпинга. Всем здравствуйте, девочки. Еще раз напомню, смотрите, у нас сегодня абстракции в контексте свадебного маникюра. Я вот сейчас показываю вариант, когда ложа пустое. Я вообще люблю делать дизайны, когда нет покрытия от кутикулы. Вот здесь, например, ложа сделана, там, не знаю, гель-лаком, акригелем. Граница отрастания будет очень мягкая. Либо вообще натуральный ноготь будет скульптурой прозрачной. Кончик дорощный. Чем вы протираете пластину, жидкость для снятия лака, самая обычная наша для снятия гель-лака. Ремувер для гель-лака. Берете скотч двухсторонний и очень быстро, методично убираете все лишнее. Все, сделали для себя такой ориентир. Можно еще раз покрыть финишем. И вот здесь вот уже глянцевым, либо матовым. Ну, я решила делать глянцевым. Вообще прикольно просто сделать маникюр даже без веточки. Это уже красивый маникюр. Он будет издалека смотреться как такой французский, да, с полупрозрачным кончиком. Но если, например, веточку убрать, да, может и без веточки быть просто вот такой маникюр. Очень хорошо будет нейтрально и на фото, и на видео. Вот, ну, мы решили еще веточку добавить. И прорисуем мы ее краской без липкости. Это у нас эмпаста. Она продается у нас белая, черная отдельно. Вот, а также можно купить в рамках набора. В набор тоже входит и белая, и черная эмпаста. Это особенно кто рисовать не умеет, сделали для себя такой ориентир. И ваша задача сейчас просто пройтись, продублировать. Во-первых, эмпаста, она пусть это и краска все-таки, да, но она сверху финиша будет давать такой слегка объемный эффект. Наливать для этого, конечно, не надо специально, иначе оно просто не высохнет. Сейчас, когда делают свадебную фотосессию, обязательно 1-2 фотографии делают соединенные руки, чтобы были видны кольца. Ну вот я была недавно на свадьбе у друзей, и меня вот тоже, я ходила на фотосессию с мужем вообще вот буквально месяц назад. Обязательно, когда пара, свадебная фотосессия, не свадебная, сейчас очень можно фотографировать отдельно лаконично кисти рук мужчины и женщины. Вот, и у меня вот у подружки, когда попала рука ее с маникюром, а она себе сделала бешеный маникюр просто. Он с дизайном был, кстати, маникюр на основе французского такого маникюра, типа а-ля. Вот, с кучей камней. Вот так, когда делали ей маникюр, я сидела, смотрела, думаю, капец, вот это вырви глаз. А когда фото, видео я уже смотрела, блин, офигенно смотрится. Вот, ну, не все, конечно, такие смелые. Но все-таки они многие решаются хоть один раз в жизни нарастить и сделать что-нибудь роскошное на маникюре. Именно только в рамках свадьбы. Тут самое главное, знаете, как бы, чтобы она решилась, ей нужно это продать правильно.
Вот. Понятно, что вот эти веточки, они могут идти не везде, да? Давайте вот представим, что часть маникюра будет просто с разводами. Будет тоже офигенно красиво смотреться. Так, это у нас с вами абстракция, первый вариант, да? Ну, мы здесь чуть-чуть веточек с вами добавили. И давайте вариант сделаем, когда от кутикулы до свободного края. Вот такого плана. Тоже мы порисуем чуть-чуть сейчас. В общем, с абстракцией очень классно делать свадебный маникюр. Самое главное, чтобы он был на прозрачной подложке. Цвета были полупрозрачные. Вот. Тогда абстракция, она вот хорошо смотрится в рамках свадьбы. Ну, не все невесты, вы знаете, готовы абстракцию на маникюре носить. Вот. Но если сделать примерно то, что вот я сейчас показала, даже очень классно может получиться. Так. Так, здесь мы печатываем на весь ноготь. И точно так же нам сейчас вот эти разводы пригодятся. Единственное, я предлагаю добавить еще 353. Очень красиво, кстати, свадебный цвет тоже в том числе. Особенно, кто однотоночку любит. Вот этот цвет на свадьбу от кутикулы до свободного края. Очень красиво. Так. Сделали. Сейчас мы белого еще добавим. Поехали, снова подложка топ-слайдер. Так, топ-слайдер. Ну, как можно сделать? Давайте вот так вот мы возьмем лаванду, окунем белый, а вот с этой стороны бежевый, например. И здесь задача, знаете, вот прям пройтись по кутикуле. Так, белый, лавандовый и бежевый. Причем, видите, как рисую вот по кутикуле яйцеобразные, а потом линия будет идти. Все, даем ей чуть-чуть подтечь. Для чего нужно здесь по кутикуле сделать? Чтобы спрятать все, что там будет на ложе, особенно по кутикуле, чтобы остался только свободный край читаемый. Также можно взять теперь белый рафинад на левой руке. Да, маникюр. А, мы, наверное, мастер-класс не выкладывали. Хотя эфир я вела, в эфире я делала... Нет. Да, кстати, я вам обещала выложить мастер-класс этого маникюра. Нужно обязательно выложить. Попрошу, чтобы сегодня... Так... И здесь как раз... Давайте здесь, наверное, абстракцию дорисуем тоже сверху. Не будем
до финиша, все-таки вот когда мы рисунок какой-то добавляем, он классно смотрится, так с легкой такой вот объемностью сверху финиша. Видите, ну, вот здесь вот у меня, например, по кутикуле попал белый цвет. Видите, наоборот, бежевый был внутри. Так, где этот? А, здесь вот, например, попал лавандовый цвет. Так. Давайте здесь вот так вот сверху финиша. Обычно что такое прорисовать абстракцию? Опять же, чтобы это было не навязчиво, этого было немного. Вот лучше либо вообще без дорисовки в этом случае делать, если вы чувствуете, что вы сейчас ну, толсто можете нарисовать. Вот вообще тогда не дорисовываете. Либо если дорисовываете, то это вот прям очень должно быть ненавязчиво. Тоненько. Вот прям чуть-чуть добавили. И здесь же можно какой-нибудь стразик. Вот у нас какие стразики могут идти для невесты. Вот можно взять опал розовый. Смотрите, как красиво будет, если добавить кое-где стразики. Либо белый. Вот тоже, кстати, на стразы клиенты в основном решаются один раз в жизни. Это на свою свадьбу, на свадебный маникюр тоже. Вот, видите, ну, многие вот готовы вот попробовать вот так рискнуть, яркость сделать, только когда действительно это вот уже какой-то незабываемый день. Ну, прямо чуть-чуть. Вот как-то так сегодня у нас с вами еще раз. Это когда разводы, абстракция возле кутикулы. И это когда такая история в зоне свободного края. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Клёпки не появятся, девочки. Мы сейчас из ассортимента стараемся убирать вот такие какие-то мелочи, потому что конкурировать с Вайлдберрисом, с Алиэкспрессом, вот по этой мелочевке очень сложно. Вот, поэтому мы стараемся сейчас такое в ассортименте особо не держать. Максимум вот у нас стразики еще есть, какие-то втирочки еще остались. Все, всем большое спасибо, всем пока-пока.